Нам надо заводить шкатулку. Здесь Shadow Freddy играет с эндоскелетом в игровой автомат. Зашибись. Фокси вообще спит. Какого фига происходит в этой пиццерии? Они что-то между собой не поделили. Сейчас, походу, будет драка. Да, Фредди, хватит жрать чикен кекс. Ты издеваешься, что ли? Привет! Давненько мы с вами не играли в упоротые пародии на FNAF. И сегодня настал этот долгожданный момент. Будет реально круто, весело, интересно, поэтому ставь скорее лайк. Эта упоротая менюшка говорит о многом, поэтому посмеяться мы сегодня точно успеем. Это канал FNAF Play, а я Golden Freddy. Сразу погнали играть! Я только запустил игру, а упоротость уже не имеет пределов, она просто зашкаливает. Здесь нет начала игры, просто есть кнопка «Продолжить первую ночь», «Банановый суп». Какого фига? «Банановый суп», «Фредди и друзья». Что? Это мем какой-то? Я может в танке сидел. Какой нафиг банановый суп? Что происходит? Кекс, почему ты уже упорот? Так, ладно, давай, у нас что есть? У нас есть маска, классно. У нас есть двери. Это офис, блин, из Гаррис мода, вы серьезно? Кто? Кекси, какого фига? Ладно, у нас есть камеры. Ага, огромное. Слушай, это реально пиццерия из Гаррис мода. Кто-то уже куда-то пошел. Ага. Банан, зашибись, классно. Что-то мне кажется, ли камеры смотрят слишком высоко. Блин, банановый суп, реально, я не знаю. Может, если ты в курсе этого мема, я не знаю, ну просто серьезно. Я не шарю, причем тут Fortnite и банановый суп. Если ты шаришь, напиши в комментах, потому что я пока не понимаю нифига. Это... Кстати, Фокси спит внизу, он. Мне камеру можно... Почему у меня 61% энергии? Я только началась ночь. Уже 60. Что за подстава? Shadow Freddy? И эндоскелет? Так, музыкальная шкатулка, сфигали. Короче, Shadow Freddy решил поиграть в автомат с той Бонни. Интересно. Интересно. Мне кажется ли... Девушка Чику... В смысле, камеры сломались? Чика упоролась. Что за фигня? Что? Еще одна Чика? Не понял. Не понял. У меня сломались камеры или что? Так, кто постоянно бегает? Кто постоянно бегает? Что за фигня? О, камера зар... Подожди. Фредди пытается сожрать чикен кекс. Шок-контент. Фредди жрет чикен кекс. Какого фига вы... Почему Чика жирная? Что за фиг... Ну ладно, Чика жирная, это нормально, окей. Кто бегал? Нам надо звонить шкатулку. Здесь Shadow Freddy играет с эндоскелетом в игровой автомат. Зашибись. Фокси вообще спит. Какого фига происходит в этой пиццерии? Почему вместо пиццы они готовят банановый суп? О, Бонни, здорово. У Бонни дырявые уши, нормально. Видимо, проколоть решил. Мне кажется, ли камеры работают максимально криво. Они должны крутиться, но они крутятся нифига. Это что еще такое? Фредди решил сожрать камеру, что ли? Выплюнь ее, дебил. Ага, Фокси спит, ладно. Фокси начали на расслабоне, это я уже понял. Слушайте, ну такими темпами... А, Чика пошла на кухню. Такими... Так, Чика вместо пиццы будет жрать банановый суп или что-то, я не понимаю. Так, хорошо, где кухня? Еще раз, вот кухня. Что? В смысле, Бонни? Я уже на реакции, понимаешь, надел маску, я выжил. Кексик, ты видел эту фигню? Появился Бонни прямо вот подо мной. Ну и ладно, допустим. Он теперь на сцене стоит? Подожди, Фредди на сцене, а Бонни где? Я запутался. А Shadow Freddy придет ко мне поиграть? Или нет? Это упоротые камеры. И почему Чика дохлая валяется в комнате запчастей? В общем-то, я не знаю, как объяснить, что с этим ФНАФом не так. С ним все не так. Он упорот. Этот ФНАФ максимально упорот. Зачем? У меня вопрос вот до сих пор возникает. Знаешь, вот делают такие фанатские игры. Я не понимаю, зачем их делают. Может, ты мне объяснишь? Напиши в комментариях, зачем делают такие фанатские игры. Они упоротые. Я даже, не могу представить, какой тут может быть скример. Мы, конечно, с вами... А можно мне... Да поверните мне камеру уже, в конце концов, там Чика жрет что-то. Тут... Так, пошла камера, хорошо. Бля, Чика, звони. Она пытается проткнуть кексом кого-то. У нее кекс вместо заточки, смотри, она и может убить. Офигеть. Не, Чика похожа реально на смешарика. Я не знаю, как это объяснить, но она капец жирная, и она хочет сожрать банановый суп. В чем логика? Так, у Бонни с Фредди какие-то рамсы, я не понял. Что, разборка питерская у вас или что?
Кто-то на кого-то наехал, судя по всему. Они что-то между собой не поделили. Сейчас, походу, будет драка. Расходимся, пацаны. Какого фига тут лежит банан? Что за фигня? Чика, ты жрать свой суп будешь или я не понял? Хорошо, у нас 3 часа ночи, у меня сейчас кончится энергия, я сдохну, потому что, ну а что мне делать? Эти до сих пор у них что-то разбираются между собой. Фокси спит, ему вообще насрать. Ну, допустим, ладно, а есть пасхалка хотя бы? Хотя бы, ну, пасхалка, может, есть. Нет? Почему у нас плакат из «Стой аниматрониками», а в пиццерии какие-то упоротые хрен пойми кто? Кексик, ты вообще, ну, ты понимаешь? Ну, хотя бы кексик нормальный. Двери я не могу ни открыть, ни закрыть. Что, Чика пришла? Ушла. Короче, аниматроники приходят, маску надеваешь, ты спасен. Ну, Чика у меня была только что. Фредди опять жрет чикен кекс. Ты достал уже, слышь, ты голодный, сходи на кухню, там банановый суп есть. Похаваешь. Чика, ты догоняешь, что у тебя сейчас Фредди кекс сожрет или нет? И вот еще одна Чика. Ну даже Чика, она что-то за компом. Она стримит, наверное, походу, я не знаю. Чика стримерша. Внезапная информация. Кто хочет меня убить? Где Бонни? Опять Фредди насилует камеру. Ясно, понятно. Где Бонни? Нет, скажи, пожалуйста, вот ты... Да, вот ты! Ты видел хоть раз такой упоротый ФНАФ? Я нет. У меня 5% энергии, я сдох. Но это смерть, я не доживу до утра. Хорошо, я не буду включать камеры. Напиши в комментах, какой из этих упоротых аниматроников тебе больше всего нравится. Интересно, а тут есть упоротый Голден Фредди? Я бы на это посмотрел. Я бы реально на это посмотрел. Если мы доживем до 8 или какой-то там 10 ночи, мы это увидим. Так вот, я тебя жду прикол про мем банановый суп. И какой аниматроник тебе понравился. И вообще, нравится ли упоротый пародия на ФНАФ? Может быть, мне не стоит вообще это снимать. Может, это рушит твою психику. Моя психика после этого не будет прежней. Кто-то бегает. Короче, у меня кончилась энергия. Все, на 1%. 1%! И 4 часа ночи! 0% и 4 часа ночи! А так вообще, ну, законно, нет? 0%. Я не буду открывать планшет, я не дурак. Кого? Какой нахрен суп? Это вообще можно пройти? А что я должен был сделать-то? Окей, игра, что я должен был сделать? Как мне это пройти? Это же невозможно. Я пытался выжить. У меня 69% энергии на старте, вы прикалываетесь? Что за подст... И при этом энергия кончается довольно быстро. Я даже планшет не открыл. Мне кажется, тут нереально выжить. И как добраться до второй ночи живым, я не знаю. То есть игра мне предлагает не смотреть на камеры вообще или что? Вот это упоротая банда дебилов. Какого фига вообще они тут делают? Почините камеру, пожалуйста. Опять они не храмсы с Фредди. Чика пошла на кухню, классно. Мне на камеру надо смотреть только для того, чтобы заряжать шкатулку. Заводить, точнее. Мне вот интересно, если шкатулка, ну, типа, закончится, кто меня убьет? Марионетка упоротая? Я не знаю. Мы, в принципе, пока с тобой ждем скример. Ты можешь мне написать, в какую игру, давай сделаем вопросик такой небольшой, в какую игру ты сейчас играешь? Ну, по-любому же, ты играешь в игры. Раз смотришь мой канал, возможно, даже во ФНАФ какой-то играешь. Вот, напиши название игры, в которую ты играешь. Реально мне интересно, вот я... Даже не знаю, ну что, в чё играю-то. Ну вот последний из того, что я играл, это Dying Light 2. Игра прикольная, но что-то я как-то это... Вроде поиграл и... Поднадоело. Ну реально, поднадоело. Она прикольная, но надоедает быстро. Бегаешь, это зомби убиваешь. Напиши, во что ты играл. Ну, посоветуй, может, что-нибудь интересное мне. Я вот тебе могу что посоветовать? Я тебе могу посоветовать поиграть во FNAF 9, если ты еще не играл во FNAF 9. Кто такой? Бонни, не надо, пожалуйста, уйдешь. Вы иди отсюда, мы тут общаемся, я с подписчиками общаюсь, не мешай. Так вот, играл тут во FNAF 9, классная игра, советую тебе поиграть, да. Если что. Вот, а так пока чё, мы с тобой ждем обновление, значит, к этой, Poppy Playtime, да, про Хаги, вторую главу ждем. Мы с тобой ждем четвертую главу Case Animatronics. Мы с тобой ждем FNAF Plus, мы с тобой ждем. Возможно... Ты сейчас смотришь этот видос и говоришь, какого фига FNAF Play? Это уже все давно вышло, если ты смотришь этот видос спустя месяца три. Ну, короче, ты понял, да?
Вот, возможно, что-то из этого уже вышло или выйдет очень скоро, поэтому ждем пока что. Фанатские игры всякие по ФНАФу. Я просто пытаюсь как-то выжить, понимаешь, выжить этой ночью, несмотря на камеры. Но мне нужно не смотреть. Ладно, давайте так. Выжить в этой игре невозможно. Фредди жрет камеру, он упорот. Бонни куда-то поперся. Кто меня убьет? Фокси вообще спит, ему насрать. А Чика торчит. В смысле, хватит надевать маску? Чика торчит в дверях. Я не знаю, что он там делает. Ей весело. Ей просто весело. Ну, допустим, ладно. Сейчас кончится музыкальная шкатулка. Что будет после этого? Скример. Наверное, если не смотреть на камеру долго, то мы можем выжить. Это, в принципе, реально. Ну, вы же по-любому хотите увидеть упоротый скример. Я тоже хочу его посмотреть. Поэтому почему бы и нет. Ждем, пока шкатулка сдохнет и будет весело. Она почти сдохла, кстати. Возможно, скример даже будет страшным. Но не факт. Почти. Итак. Я даже вот уберу планшет. Давай. Ко мне Shadow Freddy придет или эндоскелет? Один из двух. Ну, типа, они там вдвоем тусуются. Кто из них меня убьет, я не знаю. Мне уже страшно, если честно. Не знаю, что будет. Поставь лайк, кстати, если ты смотришь видос. Чика! Чика пришла! Она хочет украсть мой текст, не надо. Чё за фигня? Чё это было вообще? Что это было? Ты видел эту хрень? Кто меня напугал? Я ничего не понял. Появилось два глаза. По очереди причем. Или меня глюкануло. Так, если ты видел, кто меня напугал, напиши в комментах, потому что я не понял. Это явно был не Shadow Freddy. Кто это был? У тебя есть преимущество, потому что ты смотришь видос, ты можешь поставить его на паузу и сказать, кто меня убил. А я потом почитаю. Но это жестко. Пацаны, вы дебилы, нет? Во-первых, вы упоротые. Во-вторых, вы тупые. В-третьих, ну все, это дичь. Это полная дичь. Ну и... Да, Фредди, хватит жрать чикен кекс, ты издеваешься, что ли? Я буду заводить шкатулку. Ну типа, ладно, окей, тут можно выжить. Но для чего? Игра упоротая. В этой упоротой игре делать нечего. Ну серьезно. То есть мы выживаем. Аниматроники творят лютую дичь. И при этом у нас очень мало энергии. Вот я сейчас чуть-чуть посидел на камерах, я уже почти все, до свидания. Кексик, какого фига мы здесь делаем, а? Все, мне придется идти к психиатру после этой игры. Она же тупая. Бонни, какого фига ты там стоишь? Я предлагаю дождаться, когда придет Бонни, либо Чика, и посмотреть их скример. Ну вот, вот дурачок стоит. Ну что, давай. Я вижу, ты хочешь прийти ко мне в офис. Офис открыт, заходи, Бонни, заходи в офис уже. А кексик тут лежал? Подожди, вот кексик, и у меня вот столе кексик. Это что, а какая-то кекс-апокалипсис или что? Чё столько кексиков-то? Ну реально. Может это пасхальный кекс? Ну типа, как пасхалка какая-то. Но больше я кексов не вижу. Я вижу банан еще, до кучи. Фредди, Бонни, Чика, вы будете меня убивать сегодня или куда? Я вас жду. Надо, кстати, что, ну, интересно, что будет, если энергия кончится. Но я это не вывезу. Я не вижу Бонни. У меня опять камера. Вот камера сломалась, она смотрит сюда, а мне надо, чтобы смотрел туда. Камера, ты издеваешься надо мной? Там как бы должен быть Бонни, но камера не работает. Чел, который создавал эту игру, ты... Серьезно, нет? Чисто издевательство. Ладно, там как бы ФНАФ упоротый, но он еще и сломанный. Где? Эта камера, я забыл. А где она? А, вон он, вон Бонни стоит. Ага, давай, Бонни, давай быстрее беги сюда. Такое ощущение, как будто этих аниматроников нарисовал пятиклассник Валера в Пайнте. И вставил в игру. Ну серьезно, они же выглядят максимально упорото. Ну и долго мне... Ага. Не понял. Я думал нападение, не? Нифига. Ну ладно. Где Бонни-то? Он должен быть уже у меня в офисе. Бонни. Бонни, блин!
Ты можешь придешь? Я тебя жду как бы. Боня, ты дебил! Я тебя в офисе жду, ты куда попёрся-то? Ну... Серьезно? Серьезно, да? То есть вот так. Угу. Может, он все-таки придет? Бонни, ты меня начинаешь бесить, реально. Хватит сидеть в шкафу, иди сюда, в офис. Я, у меня дверь открыта. Вот она, наверное, моя дверь в офис. Или это не она, я не знаю, я уже запутался. Да у меня так энергия быстрее кончится, чем ты... Ах, и что? Короче, официальное заявление. Здесь музычка прикольная в опциях, смотрите. Кто узнал эту песню, пишите в комментах, что это за песня. Я практически узнал, но это и по ФНАФу какая-то, но по какой части вопрос. Она ускоренная? Блин, не помню. Ну, короче, напиши в комментах. В общем-то, это упоротый ФНАФ, ребят. Это он. Мы его не прошли, потому что я не собираюсь его проходить. Это максимальная лютая дичь. Это просто жесть. Это трэш. Это упоротость. В максимальной степени. В общем, ФНАФ может быть максимально упоротым, если его создаст какой-то неадекватный разработчик, фанат ФНАФа, и с такими аниматрониками будет полный лютый трэш, и вы в этом сегодня убедились. Надеюсь, ролик тебе понравился, свой лайк ты уже поставил. А мы увидимся в следующих нормальных играх. Всем удачи и всем пока!